Готовим лыжи к завтрашним соревнованиям. Соревнования у нас завтра в Домодедовском округе проводятся. Проводит комитет спортивный. Вот, открытие сезона. Ребята, зима уже прошла у нас, уже до середины. А мы только открываем сезон завтра, 20 числа. Вот, бегут лыжники со всего района. Народу около 150 человек. Вот, лыжников у нас много. На открытии лыжного сезона получила первое место. Ребенок готов плюс подготовленные лыжи, то у нас складывается очень хороший результат.